от нас только ушла, или ушел, как правильно сказать, страховой агент. Вот. И, в общем-то, подарил нам такой подарочек. Я оформила страховку на меня, на Эстель, потому что мы надоели уже, нам уже надоело платить такие бешеные просто деньги за, за болезни, которыми мы болеем. Вот. И Эстель в том числе. Поэтому теперь страховку. У Эстель вышла страховка на 50... Ой, кажется, 56 или 57 тысяч вон. Примерно 3 тысячи рублей в месяц ее страховка будет обходиться. Но будет очень много скидок, выплат и так далее по ее страховке. Ой, так что вот такие вот делишки. По поводу моей страховки. У меня вышло примерно... сколько там? 300... Ой, 300... 30... 30 плюс мануэль. Короче, 40 тысяч вон, примерно 2 тысячи рублей. Вот нам подарили такой подарочек. К чему я веду? По страховке потом поподробнее расскажу. Хочу показать распаковочку подарочка, чтобы распаковать его вместе с вами, а не одной. Ой, слышите, как я болею? Отвратительно просто. Ой, что это ж такое? Вот, она сказала еще с нашими контрактами, еще какие-то нам подарки потом пришлют. И такой маленький детский плейдик. Он такой вот с этой стороны, он такой классный, конечно, просто я не люблю такие яркие цвета, ну, короче, Эстельке вообще классно. В колясочку даже, прикольно. Вот так вот, такой вот, такая вот собака. Вот, страховка у меня, кстати, Samsung. Вот, кто знает, в России есть там всякие телефоны, всякая такая техника, Samsung, а тут есть и страховые компании, много еще чего. Так что теперь мы застрахованы Samsung, Эстель. Ест Орео. А, выманила у мамки. Орео. Пошла, пошла. Танцуй! Танцуй, танцуй. Как ты танцуешь? Показывай маме. Ты видела свое лицо, Адель? Ты лицо видела свое? А? К стене никакой не прислонись. Подруга. Подруга. Куда это залезть? Теперь что, растяжка сегодня? По расписанию. Ты залезть пытаешься? На кроватку? Все не получается, Стель? Давай танцевай вместе с мамой. Танцуй. 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 Таля, танцуй. Ну, пипец. У меня вылезла простуда. Почему так странно под носом? Всем привет, это новый влог. В общем, столько всего произошло. Я не снимала влоги очень длительное время, ну, наверное, неделю, может, больше. Произошло куча всего. Что мне нужно сегодня рассказать? У меня не было никакого настроения, чтобы записывать влоги. Вот, но сегодня я планирую вам все рассказать, что произошло, что происходило за это время. И, в общем-то, все. Короче, сегодня приходила страховка, страховой агент с утра. Я наконец-то сделала Эстель страховку, потому что... Больше невозможно платить за ее больницу. Надоело. Реально. Ценники нереальные. У нее опять отит обоих ушей. Опять у нее... Чего еще? Ну, короче, до хера всего. До хера. Просто дофигища. Отит, танзелит. Вот. И, короче, она опять не ходит в садик. Короче, уже, не знаю, 2 недели. И, в общем, этот отит, он приходит и уходит. Я очень злая на корейских врачей, потому что они постоянно выписывают антибиотики, не кладут ее в больницу. И, типа, антибиотики не помогал. Они сменили на другой антибиотик. Он вроде как помог. Через неделю, ну, ей сказали остановить антибиотик. Через неделю у нее опять поднялась температура. Опять
уши вернулись, ей назначили еще один антибиотик. Короче, на фоне этих антибиотиков, которые она пьет уже месяц, у нее образовался дисбактериоз. Извините за подробности, но у нее был просто зеленый кал, я так перепугалась, нахваталась за живот. Но сейчас мы пошли опять в больницу, ей назначили еще один антибиотик. Ну, короче, не знаю, я так надеюсь, что ей все поможет. Просто дело в том, что это очень все дорого, и за один раз, за один прием я оставляю около 7 тысяч рублей. Ее страховка 3 тысячи рублей в месяц, но будет намного все дешевле. То есть это реально выгодно. Особенно страховка на нее. Ну, я на себя тоже оформила, но я не так часто больницы посещаю. Ну, типа, ну я человек очень, как это сказать, несчастливый на болезни и несчастливый на какие-то акциденты. Типа, как вы видите, у меня постоянно что случается. У меня была уже трещина в пальце и так далее. Особенно дела с костями. Эстель, я записываю. Ребенок. Ну, короче, я приняла такое решение, что нам нужна страховка. Как оказалось, что я еще могла ее сделать в беременность, но мне другой страховой агент сказал, что я не имею права со своей визой делать эту страховку. Оказывается, я могла. И, короче, это было бы выгоднее мне и роды оплачивать. Мне роды обошлись около 150 тысяч. Только роды. 150? Ну да, вроде бы. Короче, только роды 150 тысяч. А еще пребывание в больнице, я лежала на сохранении. Короче, мне давно надо было страховку. Меня другой агент совсем запутал и сказал, что мне нельзя. И я как бы не стала тоже, ну, моя вина, я не стала дальше. Ну, все это как бы... Я не стала дальше спрашивать у кого-то другого, у других страховых агентов. Я поверила этому, и все на этом. В общем, такие дела. У меня и страховой пакет, и обычная... Как она же называется по-корейски? Щельби-страховка. Щельби-страховка там, ну и также у Эстель. Там идет возврат 40% от, ну вот, любые обследования, любые посещения больницы, возврат на, через 3 дня примерно 40% от стоимости. Но до 200 тысяч вон, до 10 тысяч рублей. А конкретно по страховому пакету, там, если конкретно вам ставят какие-то болезни, вам возврат конкретной суммы. Допустим, такое самое, допустим, рак 10 миллионов вон, допустим, такое-то, еще что-то. Допустим, грипп 300 тысяч вон, а 400 тысяч вон. Ну, в общем, конкретные болезни, конкретные... Ну, вот я подбирала болезни, которые мне нужны были, которые там это, там рак, не рак, всякое такое, женские обследования, все по-женски. Вот, но всякие несчастные случаи, страхование жизни, так что моя жизнь теперь застрахована. Нужно не переживать. И выплата будет моим родственникам в случае чего. Вот. Ой, так что мы теперь застрахованы, без страховки здесь никуда. Будем лечиться теперь по страховке. Но я еще сказала своему мужу, сейчас вот застрахуюсь, а буду платить каждый месяц за страховку, а она болеть не будет. Он говорит, да слава богу, лучше страхуйтесь, и она не будет болеть. Ну знаете, как закон подлости, типа такое всегда. Вот, нос вообще не дышит, у меня тоже. Я сижу такая, думаю, перед агентом хоть нормально сидеть, что типа я не болею. Она говорит, вы что, болеете? Ну, типа, а то скажет, делаем страховку, типа, из-за того, что болеем. Мне все обсыпало еще. Ну, короче, вот эти вот все непонятности. Здесь оказалось, у меня еще и это. Я только что Эстель поцеловала. Ой. Вот это вот по страховке конкретно. Я, кстати, выбрала болезни, что-то насчет рака. Суставы выбрала, кости, вот несчастная смерть там какая-нибудь, там какой-то несчастный случай, если... Что еще я выбирала? Госпитализации, по-моему. Короче, ну что-то выбрала, что-то выбрала. Женские всякие штуки. В общем, моя страховка обошлась в 40 тысяч вон, примерно 2000 рублей. А Эстель страховка обошлась в 56 тысяч вон. Это примерно 3 тысячи рублей. Вот, короче, 5 тысяч рублей в месяц мы будем платить за страховку. Ежемесячно. Вот, страховка на 15 лет. Ну, там можно расторгать договор тоже. Раньше, но не меньше, чем через 15 месяцев. Короче, вот так вот. Эстель тут вся извозилась, вся. У нас папа вчера ночи не было, мы одни были. Он с друзьями там ходил в бар. Вот.
сейчас плохо себя чувствует, но ничего не знаю. Обещал день с нами, с семьей, поэтому... Поэтому ничего не знаем, да, Стелли? Сейчас пойдем кушать в узбекистанский ресторан, шашлык. Вот. А потом я хочу собрать бокс его старшей дочери. У нас все готово, осталось все упаковать. Собрать бокс, отправить на Филиппины. У него есть старшая дочка. Мы вот ей покупали, собирали бокс. Что она хочет, там игрушки всякие. Я ей купила кроксы в подарок. Вот. Покажу, что мы ей купили. Какой бокс мы отправим на Филиппины. Идти он примерно будет месяц. Вот. Но она просто прям вся извозилась, у него старшая дочка. Когда мои игрушки придут? Когда мои кроксы придут? Вот. И поэтому надо уже отправлять, делать дела. Вот так вот. Еще я дома занялась покупкой всяких шкафов, перестановкой. Хочу, чтобы вот этого всего мелочи, вот этой всякой не стояло, чтобы было все красиво. Вот, вещей кучу всяких не валялось, не лежало, все в цвет в один. Ну, в общем, попытаться хотя бы сделать по минимуму. Жалко делать все что-то, блин, в съемной квартире, конечно. И покупать что-то сюда, зная еще особо, что ты, возможно, уедешь с этой страны. Не хочется деньги тратить, в тот же момент хочется жить в красоте, да, в удобстве. Поэтому, ну так, по чуть-чуть хотя бы что-то, чтобы красивая картинка на заднем плане. Когда я снимаю видео была, да, Стель? Кушать хочешь? Сейчас папа тебя покормит. Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Иду, решили поехать все вместе сейчас на скутере, опробовать его все вместе. Я уже показывала наш скутер. Вот несу к нему зарядку, он заряжался. Вот он, детское сиденье, сиденье здесь и посередине. Ой, что, погнали? Гоу-гоу. Мы уже пришли в ресторан. Но, к сожалению, не в русский, шашлыка там не было. Мы решили, что там сидеть. Пойдем в итальянскую кухню. Так что вот, тут игровая комната такая небольшая. Пытаемся со Стелли играться. Она пытается по горке внутри забраться. Иди сюда, Эстель. Иди сюда. Иди сюда. Куда ты пошла? А? Куда пошла? Пойдем. Иди сюда. Бай-бай. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Где мама? Где мама? Пикабу! А пикабу! 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 Пошла, пошла. Пикабу! О, go, 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 go! You go here. К нам сейчас приедет сестра, друг моего мужа. Мы уже заказали им еду, они только там проснулись или что, не знаю, тоже и пили вчера. Один с моим мужем пил, другая в центре. В общем, заказали им еду, они скоро подъедут, будем все вместе кушать. А я сейчас вам покажу, что мы вообще заказали. Заказали пасту, это друг его заказал, вот такую вот пасту карбонара. Я заказала пилав с беконом и креветками. Мой тоже заказал какой-то пилав, не знаю. Сестра тоже такой пилав заказала, но он еще не пришел. И вот такие вот ребрышки. Вкуснейшие, вкуснейшие ребрышки. А еще пицца будет. Какая-то, не знаю, тоже. Такая красота нарисовывается пока.
Ведь мы не успели... Ой! Теля, don't climb. Давай, поднимайся. Оп. Оп. Оп, ничего себе, она что умеет. Знаешь, she can climb now. С горки поедешь? Ай, wait. Смотрите, просто на клубнику. Мы зашли в Марк за продуктами. Это что, клубника? I want to try. Wow. Наверное, она зеленая и невкусная. I think it's not. It's just big. Big doesn't mean sweet. Okay? Really? Big doesn't mean sweet. Right there. В общем, в марте покупаем продукты для Стелли. Или только бери. This one? I don't know. Стелли cannot eat it. Какая черешня, смотрите, красивая. Не знаю. Мы так вкусно поели, и у меня такие полные желудки, что ничего не хочется. I'm so full, that's why I don't want any. О, манго. More apple? Berry, you want berry? I don't know. По-моему, она тут вообще невкусная. Черника, она как пластиковая. О, oh, look, what is this? It's not delicious? No. А? Окей. Авокадо. Банана. Стелла, what you want? You tell me now. Nothing? Киви. Киви, что мы как-то покупали, и что-то мы его не съедаем никогда. Поэтому как-то непонятно. Гуляем, но куда-то наелся, что-то не особо хочется что-то покупать, только если одежду какую-то. Ну, точно, когда наелся, как ты можешь ее померить. Чувствуешь себя какой-то толстухой. Поэтому как-то нет. Ой, Зая, лук. Закрыли половину. И Марту. Видимо, делать что-то новое будут. Смотрите, какие прикольные щетки. Детские, таких нейтральных оттенков. Мне так это нравится, но вообще просто клевые. Так хочется их купить. Смотрите, вот это беженькое. Ну, вообще все они такие классные. Но у нас уже есть две щетки. Такие цветастые, правда. Я не понимаю, почему все детское вот такое вот. Ну, вот посмотрите, вот просто эстетика. Не эстетика. Эстетика, не эстетика. Какие красивые. У нас есть... Ладно, в следующий раз купим такие. Стоят примерно, сколько это, 7900, 8 чоников, это сколько? Рублей 400, наверное. Стоят они, ну вот все, вот такое, чевитащенькое. Ну, конечно, деткам-то, наверное, нравится. А я бы, наоборот, что-нибудь нейтральное предпочла. И очень много всего для гольфа, потому что это
такой основной, наверное, вид спорта, которым корейцы занимаются. Смотрите, всякие кепочки. У них есть специальные одежды для гольфа. Вот тут вот сумки для гольфа. Всякие штучки. Клюшки эти. Ну, короче, это прям культ в Корее. Вот. Смотрите, сколько клюшек. Просто невероятное количество. Просто в России, может быть, есть отдельные какие-то... Отдельные какие-то эти для клюшек, ой, для гольфа магазины. А тут, ну, прям вот в обычных торговых центрах везде, ну, допустим, как у нас Самбери или какие-то там большие Магнит, магазин. Тут везде есть клюшки и так далее. Вот сколько одна клюшка, интересно, стоит? 820 тысяч вон. Друзья, 820 тысяч вон, это где-то 35 тысяч рублей. Такой себе дорогой спортик. Уходим, уходим. Массажные кресла. Сколько одно стоит? 2 ляма практически. 100 тысяч рублей. Yeah. You want... Can you buy me this? Can you buy? Thank you. You're so sweet. Мне кажется, я сегодня кудряшки такие сделала удачно. Мне так идет. Что скажете? Прикольно вообще, по-моему. Такая милашка сразу, да? С кудряшами, с такими. Оп-оп-оп. Она только что с манекеном разговаривала. Бедный ребенок, ничего еще не понимает в этой жизни. Счастливая, выпустили ребенка на свободу. Все, пошла, пошла, дело ел. Что я делаю? Нельзя. Это мама сейчас анпакинг будет проводить, не трогай. No, I mean goodbye, unpacking. Unpacking. Daddy, come on, finish now, unpacking. Ой, Стель, мы уже поели манго. Манго вообще вкусный. Мы купили манго, клубничку тоже вкусно. Сейчас все по скидкам, потому что сезон проходит клубники. Вот. Ну, манго вообще, конечно, просто. Ям надо было больше брать. Очень вкусно. Стель тоже понравилось. Сейчас витаминчиками ее кормим после всех этих болезней. Ой, до сих пор, конечно, болеет. Короче, вот так. Очень устала. Мы уже посидели с нашим другом. Я с мужем попила... Зая! Я с мужем уже попила вино. Этот его друг попил пиво. Они поели пиццу. Я просто посидела. И все, как бы мы все поуставали. Надо ложиться спать. Сходили в Эмарт все вместе. После того, как покушали. Купили вот кучу продуктов. Сейчас распаковку вам проведу. Либо, не знаю, хватит мне сил или нет. Наверное, сегодня я пойду уже спать. Эстель тоже спать хочет, да? Спать иди. Спать. Спать. Иди. Спать иди. Спать иди. Да, спать иди. Болит зайчик. Жалко такое, что она болит. Ой, ну, в общем, давай проводим распаковку, и потом я посмотрю по своему состоянию. Либо завтра я упакую уже, как это сказать, коробку для старшей дочери. Либо не завтра, либо потом, либо сегодня. Короче, не знаю. Свидится. Вот такие вот штучки для того, чтобы Эстель, вот, тут тоже, не лазала ни в какие ящики. Открыть вообще невозможно, слава богу, потому что она вытаскивала все содержимое ящиков. Сейчас как-то более безопасненько. С этими штучками. Вот тут вот все тоже закрыто. Вообще никакой ящик никак не откроешь. Короче, классно. Ну что, погнали распаковку вот этой всей всячины всячинской. Ставлю вот здесь. Буду одновременно раскладывать и сразу
вам показывать, говорить, чё к чему вообще. Да. Вот, короче. Это мы купили с Hello Kitty его дочке. Старший как раз положил туда в бокс, потому что она тащится по Hello Kitty. И тут как раз печеньки. Печеньки всякие с Hello Kitty. Ну, короче, вот. Женские прокладочки, так что это надолго. Это, короче, так. Вот эти вот пахучки для туалета, я не знаю, есть такие в России, нет, но вот здесь вот они есть. Возможно, просто есть такая же упаковка, но написано что-то другое. Но они просто офигенные, есть разных цветов, пахнут долго. Ты сюда, получается, вот так вот нажимаешь на кнопочку, и они начинают издавать ароматы. Ну, в общем, это просто нереальная тема. Кто в Корее, я реально советую, потому что пахучки всякие, типа с Дайса или еще какие-то, они просто вообще не пахнут. Вот эти вот вообще просто мой... Ну, вот я за 12 тысяч взяла 3 пахучки в марте. Это получается... Это получается сколько? 12 тысяч. 4 чоника одна. 200 рублей одна. 200. 60 рублей. А, математик. Вот. Так. А, вот еще пиперу. Что-то много. Так, пиперу. Короче... вот такие вот еще купила Эстель, это получается кашу мешаешь с рисом, тут две штучки, тут две штучки, детская еда, вот это вот уже готово идет, как бы соус с мясом и так далее там в пакетике, а ты спагетти просто отвариваешь, вот такое вот купила, потом вот такое вот с мясом тоже попробуем, мы ни разу такое не пробовали, и вот еще такое вот такими, короче, штучками, дрючками. Вот, мой купил для панкейков смесь. Попробуем. Прикольно, я думаю. Смесь для панкейков. Смесь для панкейков. А, и к смеси для панкейков еще вот такой вот соус. Боже мой, зачем он такой купил? Мне не нравится. Так, кленовый сироп. Я не хотела кленовый. Зая! Ну что такое? Ну вот вообще ничего ему не нравится. Ну чипсики, конечно же, чипсики. Кстати, в Корее нет нашего привычного лейса с всякими разными вкусами. Как я соскучилась по российскому просто лейсу. Ну типа вот такой вот есть, типа соленый просто с уксусом вкус. А вот всякие там зеленый лук. Зеленый лук, кстати, по-моему, есть. Вот только зеленый лук и вот этот вот. А типа там, не знаю, зелень в сметане, там барбекю, там шашлик, башлик, там всякие вот эти вкусы, там крабовые. Нету такого в Корее, к сожалению, и меня это просто убивает. Ну не то, чтобы я прям еще чипсы люблю, кстати, я чипсы не особо люблю. Но вот так вот под кинчик бы самое то. Короче, из-за этого так расстраиваюсь, типа, что нету нормально. Много чего нет на самом деле. Что, творога нет, у нас гречки. Ну, хотя бы гречку и творог можно в русском магазине купить, а лейса я еще там не видела. Вот, и такие начисы сырные. Поэтому на сырных чипсах мы тут отрываемся. Вот там вот такие вот каши. Каши, ну, тоже для Эстель, короче, они вот такие вот детские. Ну, они не детские, но можно для детей. А вот это, она вообще очень вкусная. Ребят, кто любит тыкву, вот эта каша просто бомбическая. Она очень вкусная, очень сладкая внутри. Я Эстельке давала вообще просто, ну, 10. Очень вкусно, реально прям очень. Сразу буду сладкая. Заказала я еще сегодня соки, молочко такое с трубочкой. Обычное коровье, пусть пьет. И вот это, нам, кстати, в марте вот это молоко очень вкусное, дали попробовать. Там всегда стоят, в воскресенье дают всякие, как бы, тестеры, попробовать продукт. И вот это молоко, оно просто нереальное, реально очень вкусное. Такое прям жирненькое, такое вкусненько. Люблю такое. Так, а вот эти, кстати, печеньки, это я заказала с Купанга ей целую огромную пачку. Ну, как я вам говорила до этого, с Купанга все заказывают большие, так сказать, в большом количестве. И вот тут вот получается столько вот печенек. Вот таких вот сырных детских печенек. Трубочек. Вот тут много пачек. Сколько их тут? 6 штучек. Вот. Еще вот такие я купила печенечки. Печенечки. Ну, короче, в марте. Потому что тут уже покушала. А вот это вот
как раз к той пасте ее. Ну, чтобы сварить, я подумала, вот такие вот мелкие рожечки, они быстро отвариваются, и как раз для деток, мне кажется, самое то. Ну и все, в принципе. Чё? Больше не было, только вино, которое мы уже, в принципе, выпили. Ну, манго и клубника. Ну и скотч, чтобы коробку собрать его старшей дочери. В принципе, все. Так что спасибо всем за просмотр. Не знаю, буду ли я собирать коробку. Скорее всего, нет. Поэтому на сегодня, сегодняшний день закончен. Поэтому не переключаемся. Всем спасибо за просмотр. Да. И любовчик вас. Алло, трубочку возьмите, пожалуйста. Алло, кто на связи? Кто на связи? Говорите, вас не слышно. Ты же какой-то непонятный. Алло, алло, алло. Алло, возьмите трубку, вас не слышно. Алло, алло, алло. Алло, мадемуазель. Телефонист на связи. Алло, алло. Ну его нафиг. Ой, сори. Извините, ляйте. Вот так вот. Вот это что? Ну-ка выпейте витаминчиков. Гологусочка. Вы болеете немножечко. Давайте вас послушаем. Пип! 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 Послушаем вас. Что еще, смотрите. Вау, это кто? Это кто такой? Привет! Меня зовут Лошадка. Привет!